Добрый день, уважаемый председатель Си Цзиньпинь, дорогой друг. Очень рад вас приветствовать и видеть. У нас с вами складывается очень хорошая традиция в конце года говорить по видеосвязи, подводить итоги работы и намечать планы дальнейшего развития российско-китайских отношений, российско-китайского стратегического партнерства, обмениваться мнениями по наиболее острым международным вопросам. В условиях усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора. Наши отношения достойно выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично расширяться. Как мы с вами уже отмечали ранее, эти связи являются наилучшими за всю историю, представляют собой образец сотрудничества крупных держав в 21 веке. И, конечно, особое место во всем комплексе российско-китайского сотрудничества, наших отношений, занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах. Нацелены укреплять взаимодействие между вооруженными силами России и Китая. Уважаемый господин президент Путин, мой дорогой друг, я очень рад вновь вас видеть. Проведение видеоконференции с вами в преддверии Нового года это уже стало доброй традицией между нами. Под нашим совместным руководством китайско-российское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие в новую эпоху демонстрируют зрелость и стрессоустойчивость. Перед лицом непростой и далеко не однозначной международной обстановки мы готовы с Россией наращивать стратегическое взаимодействие